Добро пожаловать в Mobile Legends! Представляем вам режим сражений 5 на 5. По центру карты протекает река, разделяя территорию на две части – красных и синих. На каждой половине есть три линии, по которым идут миньоны. И на каждой линии есть три башни, защищающие кристалл на базе. У каждой стороны есть один кристалл, и разрушение вражеского кристалла принесет победу вашей команде. Когда одна команда разрушает все башни на одной линии, по ней начинают идти улучшенные миньоны, что позволяет команде притеснять врагов на этой линии. Команда получает преимущество, и они могут выдвинуться вслед за суперминьонами, атаковать вражескую базу и выиграть. Через 30 секунд после начала матча в джунглях начинают появляться монстры, такие как гигантский паук, смерть и другие пугающие создания. Их убийство позволяет добывать золото и опыт, а также может усилить способности героя. Два огромных монстра лорда Черепаха располагаются на разных сторонах реки. Убийство черепахи принесет всей вашей команде опыт и золото. Убив лорда, ваша команда призовет его для сражения. Это действительно сильный союзник. Лорд выйдет с базы вашей команды и двинется по одной из линий. Поскольку у лорда очень сильные атаки и хорошая защита от башен, он значительно повышает ваши шансы на победу. Когда герой собирает достаточно золота, он может покупать снаряжение с помощью внутрибоевой системы покупок. У разных предметов есть разные характеристики, усиливающие какие-либо способности героя. При сражении 5 на 5 вам следует работать вместе со своими союзниками, чтобы обрести преимущество и выиграть схватку. Вы должны знать, когда приходит время для наступления, а когда стоит помочь союзникам и отступить. Не волнуйтесь, практикуясь, вы научитесь чувствовать ритм игры и поведете команду к победе. А теперь идите и выигрывайте в Mobile Legends.